Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас будет ответ Бабаеву, в принципе. Сразу скажу, что это последний мой ответ ему, больше я эту тему поднимать не буду. И обязательно досмотрите это видео до конца. Ну что ж, погнали. Итак, начнем с того, что якобы я накрутил подписчиков. Хорошо, окей. Итак, заходим, нажимаем о канале, смотрим просмотры. Дата регистрации моему каналу уже 4 года. В общем, просмотров 2 миллиона 359 тысяч. Идем дальше. Так, смотрите, на моем канале почти 3200 видео. Это я к тому, что Лев говорил, что у меня накручены подписчики и так далее. Открою вам секрет, откуда у меня столько подписчиков и почему такая активность. Погнали. Итак, вот мой канал, как я поднялся. Если кто помнит, я снимал про подарки видосики. Вот они, в принципе, эти видосики про подарки. Вот. Это самое популярное видео. С помощью этих видосиков про подарки я поднялся. Я за неделю набрал 5000 подписчиков, чтобы понимали, в принципе, я думаю, это многие помнят. Я поднялся за счет видосов про подарки. Ну, не только, в принципе, вот эти все популярные видео, благодаря которым я поднялся. Почему такая активность слабая на канале? Да, потому что я в день могу выложить 2-3 видео. Итак, я выкладываю в день около 2-3 видео, и поэтому, как бы, активность не такая уж большая. Раньше вообще выкладывал 5 видео в день. Я по Мазингу снял более чем 1000 серий, и поэтому активность упала. Это нормально, у меня канал, грубо говоря, старый, ему 4 года, а у Льва молодой канал. И он выкладывает 2 видео в месяц, там 1-2 видео в месяц он выкладывает, поэтому у него такие стабильные и... типа больше, чем у меня просмотры, хотя нет, просмотры тоже нормальные бывают, поэтому это нормально, явление, то, что активность упала на канале, это совершенно нормально. Итак, следующий вопрос, ответ, в принципе, то, что типа вот я обману людей на рекламу. У меня просто забит ЛС, я ему об этом говорил, что я просто потерял этого человека, и из-за этого я не смог как бы ему ответить. Да, я читал, но, блин, мне в ответ кто-то еще писал и так далее, и я так потерял этого человека. Вот, к вам, к примеру, у меня ЛС просто забита 1300 сообщений, поэтому я никого не обманывал. Потом, когда решил уже сделать обзор, просто группа была удалена проекта, и все, как бы, и человек, по-моему, не активил на его странице, поэтому в этом... Да, есть, конечно, моя вина, но я никого именно не обманывал. Итак, следующая тема, это то, что вот я... рассказал то, что я бил Тимоху, своего друга. Во-первых, он никогда не был мне другом, чтобы вы понимали. И бил я его, там на колени стоял и так далее, что, в принципе, было в том видео, где Лев снял. Это происходило больше 3 лет назад. Это было в то время, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 20 лет. Прошло около 4 лет, как бы. И тогда мы с ним даже вместе в КРМП не играли, чтобы вы понимали. Это было очень давно. И в том прикол, что вот когда мы со Львом разговаривали, с Хайбибом, с Том Фриманом в Дискорде тогда, вот тот момент, что он вырезал, в принципе, все тогда договорились, что типа вот мы не снимаем это видео, все говорили, типа не снимаем. Я не снимал тогда видео, Хабиб ничего не снимал, и Том Фриман. А Левка Крыса просто снимал, он просто пиздобол, понимаете? Он говорил, что я не снимаю, а на самом деле он полностью снимал. Почему он не покажет вам полную версию этого видео? Да потому что он там рассказывал о том, как он багал деньги и так далее. Ему просто это не выгодно показывать. Он боится это показать, потому что его потом просто знобят. По-любому сейчас все начнут кукарекать, вот у тебя пруфов нету. Понятное дело, у меня нету пруфов, потому что я не снимал, я сдержал слово, а он это все снимал. Можете спросить у Хабиба, Том Фримана. Ну, не уверен, что Том Фриман подтвердит мои слова, потому что он является другом, как бы, Бабаева, поэтому тут все понятно, в принципе. Но тогда мы договорились, что никто снимать это не будет. Думаю, за это я все пояснил и разъяснил. Итак, следующий момент. Перейдем к тому, что типа он говорит, что я пытаюсь в нем хайпануть, подняться и так далее. Блять, вот что ты пиздишь? У тебя было вот здесь, я помню, по 200, по 300 просмотров. Когда ты снял про меня видео, вот эти... 3 видео ты снял, у тебя вообще было 200 подписчиков, ты снял про меня и сразу у тебя подписчики начали расти, ты поднялся тупо на мне, кому ты пиздишь, это все прекрасно понимают и знают, так что не надо на меня просто стрелки кидать, твой ответ это тупо ты стрелки накинул и все, вот тебе ответочка, а сейчас будет сука разъеб, погнали. Итак, я думаю, вы знаете такого ютубера, как Кахановский, в принципе, зачем я включил видео, да вы сейчас в принципе узнаете, давайте вот включаем вот это видео. Пиу-пиу.
А мы пиздили клубнику, пизда, нахуй. Слышь, слышь, ты пиздил клубнику, а потом пиздили тебя. Здорово, хлопцы, перед началом видеоролика я хотел бы попросить вас о том, чтобы вы дослушали эту речь до конца. Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы выделяете время на мой канал, на мои видеоролики, за ваши душевные просмотры, за ваши искренние лайки, за самую теплую поддержку в виде комментариев. Мне очень приятно, спасибо вам. Я хотел бы сказать пару слов насчет самого видеоролика. Для начала скажу, что там будет немножко читов. Вы не переживайте, мы не использовали их во вред кому-то. Мы так для развлечения, это просто посмеяться. И использовали мы их, когда не было администраторов, чтобы мне потом не писали, а почему тебя не банят, не банят? Меня еще банят, блядь, чаще, чем вас, раз пять. Хотел бы еще сказать, что первая часть будет с Максимилианом Ашером, а вторая часть с конференцией. Конференция была Ацтека. В общем, я пришел в Ацтек, смотрю, там Дискорд пиарит. Ну, решил зайти, познакомиться с ребятами, и вот мы, в общем, что-то записали. В общем, интересненькое что-то получилось. Итак, послушали? Окей, запомнили, да, все? Теперь заходим на тот самый Лев, короче, канал, и включаем видео. Всем привет, с вами Лев, это очередной видеоролик. Ну, как сказать, очередной. Прошло 2 недели, и роликов не было, за что я прошу прощения перед вами, друзья. Буду стараться исправить ситуацию в плане того, что нет видеороликов. Мне уже настолько приелась КРМП, что я просто не хочу в нее играть, и меня тошнит от нее. Но я буду пытаться исправить ситуацию, честно. И я искренне благодарен вам, ребята, за то, что вы поддерживаете меня, проявляете активность на канале, тем самым ставите лайки, пишите комментарии. В общем, спасибо вам большое, ребята. Ну, что касается ролика, вот материал, вот это все, что я снял за 2 недели, вы сейчас посмотрите, приятного вам просмотра. Ну, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет приятно, а вам не сложно. Всем приятного просмотра. Нихуя ты ебанул, ты, блядь. Там что, забег, что ли? Смотри, смотри, как бегут, блядь. Педики ебаные. На нахуй лежать, бля, уроды. Ничего не напоминает, пацаны? Да, он плагиатит другого ютубера, смотрите. Такая же программа для монтажа. Тупо такая же программа для монтажа. Давайте я даже вам покажу подробнее, чтобы вы поняли, что именно такая же программа. Это вот вам, вот, смотрите, да, вот. Такая же программа. Такие же названия просто, такие же названия просто, такое же поведение. У него такой же, он просто даже плагиатит смех от этого, вот этого ютубера Кахановского. И музыка у него такая же самая просто. Давайте я вам сейчас к примеру покажу. Все, давайте посмотрим. Сейчас вам примеры приведу. Просто врубаем любое видео вот этого ютубера другого. Просто любое видео врубаем. Любое. Пиу-пиу. Помогите, помогите! Что там? Не арабит, даласы! Едем, вот, едем, едем. Военные войска Рифа, блядь. Вон, мы видим его. Сейчас его угандошу, подожди. Прячься, спрячься. Ну нихуя ты, блядь, Здорово, хлопцы, перед началом видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы остаетесь со мной. За то, что вы тратите время на мой канал, на мои видеоролики. За ваши искренние лайки, за душевные просмотры и за самую теплую поддержку в виде комментариев. Мне очень приятно и меня это очень сильно мотивирует. Спасибо вам. Я хотел бы сказать все в конце, а сейчас всем приятного просмотра, а кто... Так, короче, просто сплагиачено поведение, название видеороликов, музыка, программа, просто плагиат от этого ютубера. Я думаю, ты так все понятно. Можете просто нажать любое видео, тот самый Лев и вот Кахановского, и тупо плагиат, просто плагиат. У этого Кахановского 100 тысяч подписчиков, в принципе. Его канал создан еще, получается, 2 года назад, а у Льва создан он... Где-то год назад максимум, короче. Он просто плагиатит этого ютубера. Вот и все. Как бы просто разъебал. Смотрите, просто любое видео включил. Пиу-пиу. Ты заебал. Да на тебе, блядь. Ебать, тебе на, блядь. Заебали. Ебать, они откинулись назад, как, знаешь, в машине, блядь. Пиу-пиу. Здорово, хлопцы. Перед началом видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы тратите время на мой канал, на мои видеоролики. За ваши искренние лайки, за душевные просмотры и за самую теплую поддержку в виде комментариев. Мне очень приятно осознавать и видеть эту поддержку в мою сторону. Спасибо вам огромное. Такая же музыка, такое же поведение. Просто плагиат, просто плагиат. Давайте включаем тот самый Лев. Только что Кахановский был, давайте включаем тот самый Лев. Любое видео просто, любое, не знаю, пусть... Всем привет, с вами Лев.
Читал комментарии под роликами, и некоторые люди негодуют по поводу ДМа. Ребята, это игра, вы должны развлекаться, понимаете? Надо развлекаться, улыбаться, радоваться. Так что именно ты сейчас сидишь, смотришь мой ролик, возьми и улыбнись. Эй, я не вижу улыбки, быстро улыбнулся. Ладно, приятного просмотра. Пошел нахуй. В смысле, блядь, ты не выпадаешь, блядь? Я сам, кстати, нажал их, блядь. Потому что у меня я магистр бомжи. Магистр бомжи. Съебался магистр бомжи, бля. Тихо, пацаны, бля, в натуре. Завали на свое, бля, Леха, ты хочешь бля. Прикол, жука, хочешь прикол? Я, блядь, еще раз ебу, ты заебал уже в натуре четко, блядь, ебать. Да сядь ты, блядь, козел, ебаный. Да иди нахуй. Да сядь, блядь, заебал. Просто украдено все. Манера поведения, смех, название, музыка, монтаж, все просто сплоячено нахуй. В отличие от тебя, Левушка, я все свои видео придумываю сам, никого не плагиачу, я добился подписчикам трудом и временем, который я трачу, а ты просто плагиатишь другого ютубера и выебываешься, что ты снимаешь годный контент, просто плагиат. Просто копируешь другого ютубера и все. Своего у тебя ничего нету. На этом у меня все. Это был последний тебе ответ, Лев. Хуй соси, губой трой. Всем пока. Ах да, также хочу вам посоветовать группу Хабибов. Здесь будут скоро охуенные мемы, так что подписывайтесь. Ссылочка есть, если что, в описании. Также в группе проходит конкурс на 3 миллиона на серомазин ХРП. Первый сир. Итоги уже совсем скоро, так что участвуйте. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.